Герои живы, пока живет память о них. В одном из учебных аудиторий зеленчукского филиала МАКСУ имени Магомета Абрекова состоялось открытие парты героя Аубекира Чучаева. Наш земляк пал смертью храбрых при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Ахмат Халкечев продолжит. В официальную часть мероприятия предварили минутой молчания памяти погибших героев. Указом президента России Аубекир Чучаев посмертно награжден орденом мужества. Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, пулеметами врезанных в скальную твердь. Запиши нас в историю горестной былью и рубцом материнское сердце отметь. Помяни нас, Россия! Почтить память Аубекира Чучаева на мероприятии приехали представители районной администрации, Совета ветеранов, военного комиссариата, местного отделения партии «Единая Россия» и Общественного совета Зеленчукского района. Все выступавшие выражали родственникам Аубекира не только искренние соболезнования, но и благодарность за то, что вырастили настоящего героя и патриота своей страны. Все это делается для того, чтобы подрастающего поколения был ориентир. Они будут всегда являться примером. Очень много наших студентов находятся сейчас именно там, на Украине. Наши выпускники, есть те, которые именно ушли, прям вот, которые учились, и они добровольно пошли, потому что, как они говорили, кто, если не мы. Право на открытие парты героя было предоставлено военному комиссару Зеленчукского и Урупского районов Андрею Хвостикову и маме Аубекира Асия Чучаевой. Он ни на секунду не сомневался в том, нужно ему туда идти или нет. Как только началась спецоперация, сам в числе первых ушел добровольцем. Незадолго до случившегося, когда приезжал на побывку, он рассказывал, что руководство нашей страны успело сработать на опережение. Упусти они момент, последствия для нашей Родины могли бы быть непредсказуемыми и гораздо трагическими, утверждал он. К собравшимся с передовой специальной военной операции обратился и боевой товарищ нашего земляка. Он рассказал, что в нем можно было быть уверенным на все 100% в любой ситуации, ибо все знали, Аубекир никогда не подведет. Пускай у нас национальность и кровь разная, вот, вероисповедание, но там мы стали все братьями. Братьями с большой буквы. Аубекир был замечательным, добрейшим человеком. Он всегда отзывался, когда нужно, кому-то нужно было помочь. Память о тех, кто отдал свою жизнь с достоинством, исполняя воинский долг за семью, за родных и за отечество – священный долг каждого из нас, уверены студенты, которые будут постигать самые разные науки за партой героя СВО Аубекира Чучаева. В каждом образовательном учреждении должна быть своя парта героев. Ребята, которые младше нас, ребята такие же, как и мы, должны знать и видеть, как люди, ребята, которые не так намного старше их, защищали Родину. Нужно быть храбрым, нужно идти за свою Родину. Я думаю, что, увидя эту парту героя, они будут брать пример, будут помнить нашего героя. Патриотическому воспитанию в колледже уделяется большое внимание. Студенты декламировали стихи, показали пронзительные музыкальные и хореографические номера, которые отозвались болью в сердцах собравшихся. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.